Приветствую вас, мои дорогие друзья, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас сногсшибательное видео, мои любимые аксессуары от компании Oriflame в каталоге номер 7. У нас полностью обновилась вся коллекция, и мы сегодня с вами посмотрим аксессуары из раздела шарфы, туники и шляпка. И начнем, конечно же, мы с этой чудесной соломенной шляпки, которая, по моему мнению, должна быть у каждой женщины. Не именно такая, но такая тоже достаточно привлекательная. Мне очень нравится, как она сделана, классно, качественно, даже я всегда смотрю на качество товара, если мне нравится, то я всегда беру и рекомендую другим. Здесь идеальная отстрочка, она не развалится, потому что внутри я вижу тут вот сеточка, то есть она как на леске вся вот прошита, и при этом шляпка легкая и мерио. Ту-дум! Я очень люблю шляпы, надеюсь, что мне это идет. Скажите, ну кивните. Хорошо? Удобная, комфортная, несмотря на то, что у меня объемная такая прическа, мне достаточно приятно в этой шляпке. Ну и она нас защитит с вами от солнца, особенно вот когда едем на пляж или просто гуляем по городу. Лучше защищать голову, чтобы не перегреваться, потому что ну, это точно не полезно. А хочется закрыть голову так, чтобы это было симпатично. И вот такая шляпка нам с вами в помощь. Еще у нас вышли несколько платков. Сейчас покажу вам. Очень плотный платок, точно он не для лета, хотя очень красивая расцветка, но такая ткань, ой, я вам с изнанки показываю, вот он какой яркий, это именно платок, он квадратный, и его можно будет использовать на некоторых сумках, кстати, закрутить и сделать как завязку на каких-то сумочках, чтобы сумка стала ярким таким акцентом. Сейчас это модно, да, надо делать то, что модно. Но для лета, честное слово, он жаркий. Я люблю такие легкие ткани, воздушные. Например, вот как этот удивительный шарф палантин, потому что он большой. У него такие пумпошки классные. Ой, я даже не знаю, с чего они сделаны. Еще больше меня интересует, как они будут после стирки себя вести. Я рекомендую такие вещи стирать только ручками. Ни в коем случае не в машинке, потому что вся эта красота отлетит. И будет на самом деле очень жалко. Красивейшая расцветка. Такая вот прям, ух, огонь, синий, белый. Такой цвет индиго, голубой. Все это переплетается, как зебра. И это вот это приятно. Вот такая ткань, она и дает прохладу, и защищает, например, от солнца. Если палит солнце, то лучше накинуть палантин. И самое главное, что она не жарит. Под этой тканью не станет жарко. Вот это я люблю. Кстати, этот же шарф можно использовать как повязку на бедра, на пляже. Короче, классная, красивейшая штучка, мне очень нравится. Следующий шарфик посмотрим. Ух ты! Ой, ну здесь целая прям песня, разноцветная мозаика, как это красиво на самом деле смотрится. Красный, черный, желтый, сиреневый, фиолетовый, все цвета радуги перекликаются. И голубенький. Вау, вот это красотища. Не знаю, но все-таки я очень люблю яркие цвета. Это, наверное, в крови у меня. Меня все привлекает вот такое вот, как цыганское, наверное. Не знаю, может быть, у меня цыганская кровь во мне. Ну, мне это нравится. Вот это действительно красивая, классная штука. И еще один аксессуар. Это целое платье, туника, которая на пляже будет актуальна. Но я сразу скажу себе, я такую не хочу. Как-то простовато для меня. Я, конечно, для вас померяю сейчас, как это выглядит. Но я-то, честно, такой не хочу. Во-первых, сочетание белый, красный, розовый такой, красно-розовый и синие помпончики. Ну, как-то, не знаю. Не очень. Хочется чего-то такого впечатляющего. Но ткань приятная. О, боже, какая классная. Так, что мы делаем? Вот так и вот так. Сейчас уберу. То есть вы сейчас видите длину. Во мне 1,66 м рост. И мне как раз чуть-чуть закрывает коленочку. Это накидка. Вот так она выглядит прикольно. Конечно, вниз купальник. И пошли на пляж. То есть, как бы дойти до пляжа очень прикольно. Я, кстати, посмотрю на видео, может, мне и понравится, потому что у меня такое бывает, что я, например, смотрю на вещи, она меня не впечатляет. Одеваю и понимаю, что классно, и мне очень нравится. Пишите в комментариях, нравится ли вам, идет ли мне эта штука, стоит ли мне ее заказывать. Особенно с этой шляпой, мне кажется, вообще
Все, очки одеваю и иду на пляж. Все, до свидания. Я пошла загорать. Спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч. А в комментариях напишите, какие аксессуары понравились вам, что вы закажете себе. И скажите мне, что-то идет по вашему мнению, что стоит заказать мне для себя. Все, спасибо, пока-пока.